Метеорит упал над Златоустом. По крайней мере, так написал житель города на своей странице в соцсети. В доказательство мужчина выложил запись видеорегистратора. И вот эти кадры. Вот на видео появляется некий светящийся объект. Быстро проносится мимо. Именно его Павел Кончин посчитал метеоритом. Кадры сняты в районе городской администрации около 6 вечера. Но, судя по траектории полета, видно то, что летит. Я уже видел падающий метеорит. И по траектории полета думаю, что это именно он. Павел добавляет, метеориты пролетают над Златоустом постоянно, но записать видео мужчина смог только сейчас. И еще в этот раз успел загадать желание на падающий болид.